самая последняя семья в этом доме. А другие люди как давно съехали? Я не знаю, месяца два, наверное. Мы судились за комнату. А электричество у вас здесь есть? Есть и вода, и электричество, и отопление было, все зимы топили нас. Топили, так что, а мы платили за все, поэтому нас и топили. Ну, переедем, наверное, на этой неделе. Не, ну, главное, сегодня что уже пятница. Пятница. Вот, ну, и за машиной еще. Машина. Да и с деньгами еще.